Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу познакомить вас с новинкой в мире парфюмерии. Это новый аромат от Lancôme Idole Aura. Вообще он появился на официальном сайте lancome.ru в продаже в июле. Это аромат этого года, 2021 года. Я его купила. Сейчас в августе он потихонечку начинает появляться во всех парфюмированных магазинах, таких как и «Золотое яблоко», «Алитуаль», «Рив Гош». В общем, я его купила на официальном сайте, когда только-только он появился в продаже. Третья уже новинка в этой серии. То есть есть классический Idole, есть Idole Intense, в прошлом году он выходил, и вот в этом году Idole Aura. У меня, скажем так, знаете, travel формат, 25 миллилитров. Давайте сейчас его откроем, посмотрим, как же он выглядит. Вот такой вот маленький флакончик. Очень компактный, интересный, и мы его подробно рассмотрим чуть-чуть позже. Рассмотрим его композицию, посмотрим, чем же он отличается от своих собратьев предыдущих Idole. Сразу скажу, у него, потом покажу это, у него флакон, который позволяет уже поставить. Вот такой тоненький, видите, какой флакончик, ребро. Но за счет того, что он расширяется чуть-чуть к низу, вот здесь вот, в отличие от своих прошлых собратьев, он вот здесь расширяется. То есть это вот они первый флакон выпустили, который можно поставить на стол, на парфюмерный столик, и он будет стоять, эта композиция. Вообще задумка у Lancôme была создать самый тонкий флакон. И он всегда, возможно, кому-то он не нравился, предоставил какие-то неудобства, что его нельзя было поставить, он только мог лежать, в лежачем в таком положении, независимо от объема. Это у меня, я говорю, малыш, скорее всего, это travel формат, 25 миллилитров, вот такой интересный флакончик у него, как они говорят, внутри гаджет такой находится, да, аромат будущего. Они ассоциируют его с ароматом будущего, потому что тоненькое стекло, тоненький флакон, который, я говорю, предыдущей версии невозможно было поставить, но вот эту они все-таки решили. Видимо, может быть, послушали покупателей, что стоит расширить, может, сами пришли к этому, что расширили основание, его можно поставить. Даже вот этот вот малыш, он стоит хорошо на столе, и я вам это покажу. Вот так выглядит квадрат, 25 миллилитров, объем 50 и 100. Я взяла себе на пробу, я всегда беру, стараюсь, чем меньше объем, для узнать, как композиция, посмотреть, как и что. Я беру себе маленькие форматы, если есть 25, я беру 25, если есть 30, то 30. 50, там 75 и 100, ну, такие редко беру, если уж совсем нет выбора, тогда беру большие. Так вот, вот такой малыш появился у меня на парфюмерном столике. Вот так выглядит, сочный, сочный, солнечный. Запах у него, и мы сейчас рассмотрим с вами композицию. Красивый флакончик такой, персиковый, солнечный такой персиковый. Видите, композиция такая красивая. И давайте же мы все-таки перейдем с вами непосредственно к композиции, посмотрим, какие ноты, из чего он состоит, потому что он действительно отличается от предыдущих своих собратьев. Итак, давайте с вами посмотрим. Вот он, этот маленький современный гаджет, как они сами создатели говорят, что это современный гаджет, который можно держать в руке, соответственно, и он стоит. Видите, в отличие от предыдущих версий, его можно поставить. Он легко стоит благодаря вот этому расширенному основанию у низа флакона. А давайте же посмотрим на пирамиду
в которой состоит этот солнечный и сочный аромат. Итак, сердце – это всегда, у Ланком это всегда солнечная роза нового поколения, которая, как они заявляют, выращена в особых условиях для этого аромата. Затем идет ослепительный жасмин. Сердце аромата – это аккорд жасмина, который пленяет и создает сияние и свет. Но жасмин действительно, он у нас куст возле дома растет жасмина, просто одурманивающий запах, невозможно весной мимо пройти. Затем идет ваниль и соленые ноты. Причем очень интересная пудрово-мускусная ваниль с кристаллами соли. Вообще что-то новенькое, приносит ощущение тепла, но ваниль она всегда приносит ощущение тепла, словно, как они описывают, поцелуй на коже. Вот это как бы основная композиция, которая состоит этот аромат. Аромат, я считаю, что он подойдет на любое время года, независимо там то, что он летом вышел, так как есть ваниль и жасмин, это теплый такой аромат, и вот он универсальный, подойдет как на лето, даже, скажем, в солнечные дни, ну, наверное, лучше в прохладные, потому что он такой, знаете, интересный, такой сладковато, такой свеженький, что ли, ну, такой загадочный аромат. Ну, естественно, в холодное время года он раскроется еще лучше, еще красивее на коже. Кто пробовал уже, кто купил или кто хочет попробовать, пишите в комментариях, буду рада услышать ваше мнение, как вам вообще семейство Идоль, нравится или нет. Ну вот я с удовольствием купила, я, знаете, все как-то обходилась вот тестерами, такими пробничками, которые делаю заказ, например, где-то косметику покупаю, и мне всегда раз по либо Ланком сам кладет в заказ тестеры, то есть у меня и сам Идоль был, и Идоль Интенс, вообще хорошие, надо, кстати, их купить, полноразмерные флакончики. Ну вот от Ауры я, конечно, не отказалась, я прочитала аннотацию на сайте, посмотрела, и мне очень захотелось именно почему-то Ауру купить, и вот в тестере мне очень понравился Интенс еще. Но интенсивные ароматы Интенс лучше оставлять на холодное время, потому что они более хорошо раскрываются на коже. Поэтому я начала, вот, скажем так, в обратном направлении, начала с последнего их создания, это с Идоль Аура. Постепенно, скорее всего, куплю полностью все его собратья, вышедшие до этого. Поэтому знакомлю вас с Идоль Аура. Надеюсь, вам понравился и захотелось приобрести этот аромат. Но с ароматами на самом деле очень трудно их презентовать, потому что вся информация красиво и красочно написана на самом сайте, и экран не передает весь аромат. Бесполезно брызгаться или как-то. У каждого свое ощущение, свое восприятие аромата на тот или иной ингредиент. Поэтому лучше самим зайти и затестить в магазине. Поэтому на моем канале очень редко бывают видео именно по аромату. Все-таки аромат – это индивидуально, и лучше тестить самим. Это мое мнение, поэтому как бы красиво там ни говорить, лучше прочитать на любом сайте аннотацию, зайти в любой парфюмерный магазин, попробовать, послушать, затестить на себе, походить с ним и узнать, как он вам подходит или не подходит. Так что вот этот вот аромат будущего теперь моей коллекции парфюмерного моего столика будет украшать интересный, маленький, тоненький, но красивый такой солнечный аромат, флакончик солнечный. В общем, я рада этой покупочке. Желаю вам познакомиться с этим новым ароматом. Пишите в комментариях, как он вам понравился, не понравился. Мне очень интересно. Все, подписывайтесь на мой канал. До новых полезных обзоров. До новых встреч. Пока-пока.